Привет, сегодня у нас необычный ролик, я бы даже сказал немножечко упоротый. В общем, я купил на Алиэкспресс перчаточки на отдачу. Да, для игры Warface. Нет, на самом деле это перчатки, даже не перчатки, а это варежки, которые бабушка мне связала. Люблю ее. Вот, в общем. Ну, короче, мне стало интересно, а что будет, если попробовать поиграть в Warface в варежках? То есть мои движения рук будут максимально скованными, и так как эти перчатки, точнее, варежки на отдачу, вот, я буду играть, соответственно, в перчатках дефолтных. Вот они. О, не знаю, что у меня из этого получится, потому что отдача у М-ки, вы сами знаете, немножечко неприятная. Вот, кстати, обхват у меня мышки идет вообще далеко не полностью. Я сейчас не знаю, бы ребята, это салам алейкум. Слушайте, это салам алейкум прям полнейший. Я не могу полностью контролировать. То есть, я, грубо говоря, хочу нажать одну кнопку, а мне нажимается сразу две клавиши на клавиатуре. По поводу мышки, тут у меня еще немножечко DPI задевается. Тройной клик. В общем, хват максимально неудобный. Максимально неудобные условия созданы для игры. Поехали, для начала попробуем мясорубку сыграть. Боже мой, как же они сковывают движение. Вы бы просто знали. Вы вот просто ради прикола можете попробовать, в принципе. Потому что у меня нажимается все, все возможное нажимается. Все сразу. Как же это нереально. Я, кстати, сказал бы мясорубка каких-то лютых киберспортсменов у нас тут. О, чувствую, сейчас будет нереально больно. Нет, не режь, дядя. Как? Вот так. Да я хочу перезарядить оружие. Да я хочу перезарядить... Мне эта идея вообще в голову могла прийти. Опа! Летраут сидит, респа контролит. Я сейчас буду играть как типичный ваш тиммейт на РМ. Во. Не бей! Ну, у меня перезарядка еще нереально долгая. Опа! Опа! Пошел спрей-контрол! Айммастер на месте. Я же попал в башку, вроде, нет? Опа! Айммастер, айммастер. Так, скрим. Перчатки на контроль отдачи делают свое дело. Надо было все-таки строительные брать. Там бы перчатки на точность были. Это невозможно, 7-11 я иду. Хорошее оружие. У-ху! Вот так вот, вот так вот тебе, вот так вот. Он оценил. Уху! Крушителя сделал! Вот они! На контроль отдачи перчатки-то рулят. Все, ребята, если не умеете делать крушители, срочно покупайте перчатки. Вот, контакты бабушки я дам, она вам свяжет. Размер скажете. Вот так. Опа, нет. Перезарядка. Опа. Вот так вот. Вот. Не бей меня! Я не хотел подкатываться, я хотел Д нажать. Ну-ка, это нереально просто. Это просто нереально. Вот так вот серия. Перезарядка пошла. Получасовая, подождите. Да, играю, конечно, как отменный мудила. О, зарежу. Ну там не варик было еще перезаряжаться, потому что я нажимал все подряд. Не бей! Ну я бы тоже так мог. Я бы тоже так мог, отвечаю. Если бы не это, не одно но. Если бы перчатки на точность были. О! А-а-а! Вот это вот контроль. Вот это спрей-контрол подъехал, ребята. Научу играть в Warface, если что. Бесплатно, обращайтесь. Могу преподать уроки, тренер по Warface. Да нереально что-то быстро переводиться, еще и потом контролить отдачу. О, здорово. Вот так вот. Не бей! Кажется, он что-то знает. Ну да, 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 поспай. Все, я понял, короче. 29-37. Ча! Погнали, РМ. Это какой-то нереальный трындец. Надо было реально брать перчатки на точность. Во, кстати, по поводу шмоток. Шмотки, в том числе там перчатки на точность и так далее. В общем, крутые шмотки вы можете получить по первой ссылке в описании. И там также еще неплохие пушки. Новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. Ну а после регистрации можешь еще перейти по второй ссылке в описании и еще забрать комплект пушек. Так что пользуйтесь и нагибайте, и не будьте как я.
Ну, благо тут у меня лига восьмая. Мне не так сильно больно бить будут. Вот. Вода. Земля. Огонь. Сила шерсти, приди, сейчас буду уничтожать, короче. Кстати, я думаю, те, кто смотрит по колде видосы всякие, вот, они в курсе. Там Рекрен записывал ролик, типа, мысли вслух. Хотите ли, чтобы я записал для вас подобный ролик, типа, а-ля мысли вслух? О чем я думаю? И как я вообще мыслю, когда я играю РМ? Вот. Если вам такое движуха интересно, то обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Ку Ютуб. Я бы написал ку, но я боюсь, что я напишу там... Вот так. Нет! Как мне граната бросилась? Можно мне броню? Вот так и вот так. О. Спасибо, друг! Ой, не так кнопка. Куда нажимать? Дай. О. Все, пошел. Вот так вот. Ну вот там уже. О! Это Костелло! Это Костелло, ребята! Ну только не через О. Вот так вот. Это все перчаточки на контроль отдачи, да-да, от бабули. Вот так. Крушитель? Нет, не будет крушитель, на него никто не откроет. Может его написать? Я в... Блин, еще язык поменять. Я в... Варежка. Ну, вроде нормально, вроде написал. Ку... О, я ку нормально написал. Чел оценил. Так, поехал. Оп, подкат. Не та кнопка. Вот так. Ай! А вот это больно в ноге. Ай, туши его! Хорош! Не, ну слушайте, я иду на первом месте. Вот в этом. Вот так. Залажу. Так, сейчас ему хедшот будет. Видали дистанцию? Километр! В голову хедшот. Одним выстрелом. Одним выстрелом. Вантапом. Во, самых придумал, самых забыл. Да не та кнопка! Не та кнопка! Я что-то слышал шаги, но я не понял, где они. Ну не, ну вдвоем пикать, конечно, это да, это больно. Не, ну неплохо, неплохо ребята идут. Ну это потому, что у них нет варежек. Тащерские варежки от бабули. Я хотел гранату взять, а мне взялся пистолет. Пистолет. Почему он решил зайти этот чекнуть? Сейчас мы выиграем это, ребята. Сейчас мы это выиграем. Вот так, все. Поехали. Медика нам туда. Никто не подсадился больше. Тьфу ты. Да я хотел тап нажать посмотреть, а у меня Q нажалось. Ну да, тут как бы область нажать это. Километровая. Вот так вот. Нет! Зачем я прыгнул, блин? Ну или хедшотом в голову. А у нас три медика. О, а чё так мало? Ну там так чисто. Ну проверить смачок на Верочку. На Леночку и на Наташечку. Куда ты это делал? Не чекайте меня. Что я нажал? Почему у меня модули открылись? Ну блин, я так мог сейчас минус 3 там делать спокойно. Не, ну это АК-12, как бы, что я хотел против Эмки? Ну я хотел убежать в сторону. Где я? Пачка стоит. Больно-то как? Блин, ну это все, это уже понеслась. Мы поплыли, короче. Против нас там ребята начали нереально трайхардить. Вон там черный этот торнадо начал тушить. В голову сразу! Фу, ну хорошо, что ты разменял меня, друг. Двойку наверх, двоечку, 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 двоечку. Ребята, ребята, двоечку. Двоечку! Вот это я, конечно же, безумно хотел сделать. Да я не хочу оружие менять, я хочу перезарядить оружие. Он сидел, слушал. Давайте, ребята, я вас верю. Хорош! У меня
меня руки нереально вспотели. Вы просто не представляете. Я сейчас вот снял варежки чисто, чтобы последнюю раунду, если что, отыгрывать, чтобы у меня руки хотя бы маленько подсохли. Это нереально. Какие же у меня мысли в голове? Как мне это приходит вообще? Ну, в общем, огромное вам всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, данный видос вам понравился или хотя бы чуточку порадовал. Вот. Если так, то вы знаете, что делать. Там лайк, подписка. Вот. Ну и, собственно, всем удачи и пока-пока. Поменьше вам, кстати, таких же тиммейтов, как я.